want that shit? Лицо. One of the homies gonna meet you at the store to help you knock that motherfucker over. А, это пакеты с кроликами. У меня денег дофигища, у меня 100 тысяч уже долларов. Офигеть. Я не знаю, на меня пакеты какие-то или кролики свалились с неба. Вот ты пиздец. Я в шоке. Что происходит? Почему? Еще падает. Еще падает, капец. Баблом поделись. 1300. Братан, поделись, как бы это стоит. Ты бери, я не знаю просто, кто это. Что это? Как офигенно, блин. Просто деньги падают. 1800. Ой, 1800, 180, блин. Тысяч. Может еще постоять здесь? Авто можно страховать, зашибись. Мне кажется, сейчас меня забанят, нах. За что? Я не знаю, ну, блин. Ты просто собираешь деньги, за что? Может, какой-то игрок раскидал, а ты собираешь. Меня сейчас это... Rockstar, короче, внимание сказал. Что-то случилось. Rockstar, короче, сказал, типа, что-то слишком много чего-то там, внимание. И мне сейчас пишут транзакции в обработке. Я слышу, менты едут, мне страшно. Скажешь, что ты ничего не сделаешь, все будет плохо. Если что, там все взрывают друг друга. Мне реально страховый стал. А машину на готове будет держать. Блин, это реально страховый. Прикольно, мне теперь машина цвета детской неожиданности. Я, кстати, такую же хотел, блин. Блин, все что ли? Деньги больше не будут падать с небес. 30 тысяч. Ну, хватит, ну, хватит. 300 тысяч. Как выйти отсюда? Можно умереть. Штаб, они опять падают, блин. Просто майки падают. Просто с неба падают. Хочешься за сокровища? Я что-то такое видел вроде. Не понимаю, как это произошло. Прям new life. Машину не дают, значит. Живые люди. Здорово, человек. Здорово. Я хотел вас понять. Ё-моё, тут питерские разборки. Менты убегают от чувака, прикинь. Настолько он жесткий.